SBI Ripple Asia протестирует систему трансграничных платежей на блокчейне. SBI Ripple Asia – совместное предприятие Ripple и SBI Holdings. Как сообщает Nikkei Asia, запуск тестирования системы денежных переводов на блокчейне между японскими и южнокорейскими банками запланирован на конец текущего года. Система будет основываться на опыте, полученном в ходе тестирований, проведенных в Японии. По мнению участников проекта, использование технологии блокчейн позволит значительно сократить банковские издержки и даст возможность осуществлять межбанковские платежи вне зависимости от времени суток.